к изучению УПА-йоги шаг за шагом. Вот несколько рекомендаций, которые обеспечат оптимальные условия для занятий и значительно улучшат ваше восприятие практик. Выделите следующий час исключительно для практики. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны, либо поставьте их в бесшумный режим. Также не рекомендуется вставать, есть, пить и ходить в туалет во время обучения. Не рекомендуется проходить программу на полный желудок или сразу после приема пищи. Предпочтительно быть немного голодным, не заниматься на полный желудок или заниматься на пустой желудок. Некоторые практики нужно делать закрытыми глазами. Приступая к их выполнению, вы можете посмотреть демонстрацию, если вам это необходимо. Затем закройте глаза, когда вам будет это комфортно. Йога для здоровья. Движение по направлениям. Исходное положение. Ноги врозь на комфортном расстоянии. Убедитесь, что они параллельны друг другу. Руки перед собой на уровне плеч. Убедитесь, что держите голову прямо, глаза закрыты. Первое направление – в стороны. На выдохе распрямите руки в стороны, вращая кисти наружу. На вдохе верните их обратно к себе, вращая кисти вовнутрь. Второй раз. На выдохе выпрямите руки. Убедитесь, что ваши руки двигаются на одном уровне с плечами. На вдохе верните их обратно к себе. Третий раз. Делайте полный выдох, когда выпрямляете руки. И полный вдох, когда возвращаете их обратно. Вернувшись в исходную позицию, поменяйте направление. Второе направление – вперед. Во время выдоха выпрямите руки перед собой. Кисти вращаются наружу. Когда руки полностью выпрямлены, на вдохе верните их к себе. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Второй раз. Убедитесь, что напрягаете руки изо всех сил. Третий раз. При вращении кистей ладони должны открываться и закрываться. Когда ладони открываются, распрямляйте все 5 пальцев. Третье направление – вверх. На выдохе выпрямите руки наверх. Кисти должны вращаться наружу. И снова на вдохе опускайте руки вниз. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Второй раз. Руки должны двигаться вдоль линии плеч. Третий раз. Не спешите. Делайте это медленно, создавая напряжение в мышцах.
Четвертое направление вниз. На выдохе выпрямите руки вниз. Кисти должны вращаться наружу. На вдохе поднимите руки наверх. Теперь кисти должны вращаться вовнутрь. Второй раз. Убедитесь, что вы не задерживаете дыхание. Третий раз. Руки должны двигаться по линии плеч вдоль тела. Йога для здоровья. Вращение коленей. Встаньте, поставив ноги вместе. Согните колени и примите такую позу, словно вы сидите на стуле. Поддерживайте себя, положив руки чуть выше коленей, большими пальцами внутрь. Глаза закрыты. Теперь очень осторожно начинайте вращать колени по часовой стрелке. Со вдохом движений назад, с выдохом вперед. Выполните это 3 раза. Убедитесь, что ваша спина выпрямлена настолько, насколько это для вас комфортно. Затем поменяйте направление и вращайте против часовой стрелки. Выполните это 3 раза. Голову держите прямо. Делайте это медленно, координируя движение с дыханием. Затем вернитесь в исходное положение. Йога для успеха. Активизация позвоночника. Встаньте, поставив ступни вместе. Если вам требуется дополнительная поддержка, вы можете подложить под пятки твердую подушку или свернутый коврик для йоги. Вы даже можете поставить ступни на небольшом расстоянии друг от друга, если вам это необходимо, убедившись, что ступни по-прежнему параллельны друг другу. Присядьте на корточки. Поддерживайте себя, обхватив руки вокруг колен. Глаза закрыты. Теперь раскачивайтесь и растягивайтесь. Бедра должны касаться ног. Выполните это от 8 до 12 раз. Затем вернитесь в исходную позицию. Йога для успеха. Практики для шеи. Ноги врозь, на комфортном расстоянии, параллельно друг другу. Руки и плечи должны оставаться свободными и расслабленными. Глаза закрыты. На выдохе медленно и осторожно опустите голову к груди. Это исходное положение. На вдохе осторожно поднимите голову кверху и отведите ее назад. На выдохе опустите голову к груди. Второй раз. На вдохе поднимите голову вверх и отведите ее назад. На выдохе опустите голову обратно. Третий раз. Убедитесь, что руки и плечи расслаблены, что нет никакого напряжения.
Теперь перейдем ко второй практике для шеи. Встаньте в исходное положение. Голову держите прямо, глаза закрыты. На вдохе медленно и осторожно поверните голову направо. На выдохе верните голову к центру. Теперь на вдохе медленно и осторожно поверните голову налево. На выдохе верните голову обратно к центру. Второй раз направо. Налево. Третий раз. Делайте это медленно. Вы даже можете задержать голову в крайнем положении на секунду, а затем вернуть обратно. Вернитесь в исходное положение. Теперь перейдем к третьей части практики для шеи. Снова держите голову ровно, глаза закрыты. На выдохе медленно и осторожно наклоните голову правым ухом к правому плечу. На вдохе поднимите ее обратно. На выдохе медленно и осторожно наклоните голову левым ухом к левому плечу. На вдохе поднимите ее обратно. Второй раз. Третий раз. Когда вы опускаете голову, делайте выдох. Когда вы поднимаете голову, делайте вдох. Убедитесь, что ноги стоят параллельно друг другу, глаза закрыты. На выдохе опустите подбородок к груди. Это исходное положение. На вдохе медленно и осторожно вращайте голову в сторону правого плеча. На том же вдохе продолжайте вращение, отводя голову назад. На выдохе верните голову вниз. Выполните полное круговое вращение. Теперь поменяйте направление и вращайте в другую сторону. Мы сделаем это еще два раза. Второй раз. Вращайте в сторону правого плеча. Убедитесь, что верхняя часть тела остается неподвижной, когда вы вращаете головой. Поменяйте направление и вращайте в сторону левого плеча. Третий раз. Делайте это медленно, координируя движение с дыханием. Теперь мы выполним пятую часть практики вместе. Голова прямо, верхняя часть тела расслаблена, глаза закрыты. Вращайте плечи вперед. На вдохе поднимите их вверх. На выдохе опустите вниз. Сделайте это три раза.
Теперь вращайте плечи назад. На вдохе поднимите их вверх. На выдохе опустите вниз. Сделайте это 3 раза. Йога для благополучия. Йога намаскар. Поставьте ноги врозь на комфортном расстоянии параллельно друг другу. Глаза открыты. Зафиксируйте взгляд на точке прямо перед собой. Зафиксировав взгляд, сложите руки в намаскар перед грудью. Это исходное положение. Шаг 1. На вдохе поднимите руки вверх. На выдохе со звуком опустите руки за голову. На вдохе поднимите руки. На выдохе опустите их перед грудью. Сделайте это 2 раза. Шаг 2. Поднимите руки вверх, делая полный вдох. Опустите руки. Делая полный выдох, вдох, руки наверх, выдох, руки к груди. Шаг 3. Вдох, руки наверх, выдох, опустите руки за голову, вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз к груди. Теперь опуститесь на корточки. Убедитесь, что взгляд зафиксирован прямо перед собой. Шаг 4. Вдох, руки наверх. Выдох, опустите руки. Вдох, руки наверх, выдох, руки вниз. Теперь на вдохе силой вытяните ладони вперед перед собой. На выдохе верните их обратно к груди. Мы сделаем это 2 раза. Шаг 5. Вдох, руки наверх, выдох, опустите руки вниз. Держите голову прямо. Вдох, наверх. Выдох, вниз. Вдох, руки вперед. Выдох, обратно. Шаг 6. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз. Вдох, наверх, выдох, опустите руки к груди, вдох, руки вперед, выдох, обратно. Пожалуйста, встаньте. Шаг 1. На вдохе поднимите руки вверх. На выдохе со звуком опустите руки за голову. На вдохе поднимите руки. На выдохе опустите их перед грудью. Сделайте это 2 раза. Шаг 2. Поднимите руки вверх, делая полный вдох. Опустите руки. Делая полный выдох, вдох, руки наверх, выдох, руки к груди. Шаг 3. Вдох, руки наверх, выдох, опустите руки за голову, вдох, руки наверх.
Выдох, руки вниз к груди. Теперь опуститесь на корточки. Убедитесь, что взгляд зафиксирован прямо перед собой. Шаг четвертый. Вдох, руки наверх. Выдох. Опустите руки. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз. Теперь на вдохе силой вытяните ладони вперед перед собой. На выдохе верните их обратно к груди. Мы сделаем это еще два раза. Шаг пятый. Вдох, руки наверх. Выдох, опустите руки вниз. Держите голову прямо. Вдох, наверх. Выдох, вниз. Вдох, руки вперед. Выдох, обратно. Шаг шестой. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз. Вдох, наверх. Выдох, опустите руки к груди. Вдох, руки вперед. Выдох обратно. Пожалуйста, встаньте. Глаза открыты. Зафиксируйте взгляд прямо перед собой. Зафиксировав взгляд, сложите руки в намаскар перед грудью. Это исходное положение. Шаг первый. На вдохе поднимите руки вверх. На выдохе со звуком опустите руки за голову. На вдохе поднимите руки. На выдохе опустите руки к груди. Сделайте это еще два раза. Шаг второй. Поднимите руки наверх, полностью вдохнув. Опустите руки, полностью выдохнув. Вдох, руки наверх. Выдох, опустите руки к груди. Шаг третий. Вдох, руки наверх. Выдох, опустите руки за голову. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз к груди. Теперь опуститесь на корточки. Используйте подушку для опоры, если вам это необходимо. Убедитесь, что вы зафиксировали взгляд прямо перед собой. Шаг четвертый. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз. Теперь на вдохе вытолкните ладони вперед перед собой. На выдохе верните их обратно к груди. Мы сделаем это еще два раза. Шаг пятый. Вдох, руки наверх. Выдох. Опустите руки вниз. Голову держите прямо. Вдох, наверх. Выдох, вниз. Вдох, руки вперед. Выдох, обратно. Шаг шестой. Вдох, руки наверх. Выдох, руки вниз. Вдох, руки наверх. Выдох, опустите руки к груди. Вдох, руки вперед.
Выдох обратно. Шаг седьмой. На вдохе вытолкните ладони вперед перед собой. Опуститесь на колени, наклонитесь вперед и положите лоб на пол. Носки вытянуты, тело должно опираться на пятки. Сложите ладони таким образом, чтобы большие и указательные пальцы соприкасались, образовывая треугольник. Руки должны быть слегка согнуты в локтях. Оставайтесь в баласане, пока дыхание не восстановится. Теперь осторожно встаньте и вернитесь в исходное положение. Йога для умиротворенности. Нади Шудди. Сядьте по-турецки, скрестив ноги перед собой. Спину держите ровнее. Если вы не можете сидеть на полу, можно сесть на стул, скрестив ноги в районе лодыжек. Левую руку положите расслабленно перед собой, ладонью вверх. Используйте только правую руку. Используйте большой и безымянный пальцы. Средний и указательный пальцы согните. Безымянный палец и мизинец держите прямо так, чтобы они соприкасались друг с другом. Закройте глаза. Теперь закройте правую ноздрю большим пальцем и вдохните через левую ноздрю. Закончив вдох, выдохните через нее же. Теперь, используя безымянный палец, закройте левую ноздрю и вдохните через правую ноздрю. Выдохните через нее же. Снова закройте правую и откройте левую. Сделайте вдох и выдох. Продолжайте, пока не попросим вас остановиться. Сконцентрируйтесь на дыхании. Делайте полный вдох и полный выдох. Делайте это настолько медленно и мягко, насколько можете. Убедитесь, что ваша спина выпрямлена так, чтобы вам было удобно. Держите голову прямо. Продолжайте удерживать концентрацию на дыхании.
Можете закончить, выдохнув через левую ноздрю и остановиться. Пожалуйста, медленно откройте глаза. Йога для радости. Нада-йога. Теперь сделаем это вместе. Положите руки ладонями вверх, выпрямив спину так, чтобы вам было комфортно. Пожалуйста, закройте глаза.
Не торопитесь, не торопитесь. Медленно, очень медленно откройте глаза.